Большие проблемы могут возникнуть у тех управляющих компаний региона, чьи диспетчеры не будут вовремя принимать звонки от жильцов. С марта 2019 года такая неоперативность будет расцениваться как грубое нарушение. За это коммунальную организацию могут даже лишить лицензии. То есть компания потеряет право управлять домами. Поправки уже внесены в закон. Теперь лишать лицензии коммунальщиков также могут за плохое состояние газового оборудования, нарушение правил эксплуатации лифтов, за долги перед ресурсоснабжающими организациями. Исключать из реестра управляющую компанию будут и в том случае, если по ее вине пострадал или погиб человек. Причем, чтобы перекрыть кислород провинившейся фирме, жилищной инспекции не придется обращаться в суд. До внесения поправок следить за деятельностью управляющей компании было сложнее. Да и лишали лицензии их только за сокрытие информации или за то, что коммунальщики не подавали список домов, которыми заведуют в жилнадзор. Так, по последнему пункту, за этот год в Иркутской области через суд исключили из реестра только одну управляющую компанию в Усолье.